В рамках проекта «Елеулё ЕСМДР» в Центре культуры и искусства имени Кадыра Мырзалии состоялась встреча с членом Союза писателей Казахстана, поэтом и музыкантом Бауыржаном Курманкуловым. Цель вечера – пропаганда творческого пути писателя среди молодежи. Культура и творческие традиции нашей Актюбинской области гармонично сочетаются. Они практически одинаковы, ибо это одна западная школа как поэтического, так и музыкального мастерства. Об этом говорили в ходе встречи с Бауыржаном Курманкуловым, который родился в Сырымском районе, а всю свою жизнь прожил в соседнем регионе. В Уральске приглашенному гостю оказали почести и побеседовали о литературе. Я впервые вижу такую многолетнюю тесную связь с одноклассниками. Несмотря на то, что вам уже скоро 70 лет, вы все поддерживаете крепкую дружбу сквозь года. Это о многом говорит. С такой поддержкой можно уверенно и с радостью идти по жизни в любом возрасте. Почетный гость, в свою очередь, прочел свои стихи, исполнил песни на собственную музыку, рассказал о своей жизни и поделился мнением о нынешнем уровне современной литературы. Наверняка не все знают, что Бауыржан Курманкулов проявил себя и на актерском поприще. Он мастерски исполнил одну из главных ролей в полнометражном фильме «Курдымга апарар жол». Еще одной особенностью отчетного вечера были зрители. Это представители разных сфер жизнедеятельности. Действительно удивила и сплоченность одноклассников известной личности. На встрече их было больше 20. Бауыржан еще со школы, я помню, в 8 классе уже много писал и отправлял свои стихи в районную газету. Мы все их читали, обсуждали вместе с классным руководителем, и она уже тогда пророчила ему известность и народное признание. И сейчас мы все свидетели этого. Я очень растроган сегодня, у меня нет слов. Благодарен всем вам за время, подаренное мне. Всем вам желаю успехов и благополучия. Проект «Елеулё ЕСМДР» стал очень популярным в Приуралье и будет продолжен. Алмагуль Джампеисова, Асламбек Саламатов, Калыбек Акрап, телеканал Акжаик.